Друзья, привет! Хай, приветствую вас на канале English Galaxy. И действительно, хотелось бы с вами поговорить на важнейшую тему. Как быстро выучить английские времена и эффективно их использовать в разговорной речи? Действительно, давайте поговорим на эту тему. Думаю, вы не против, если будет видео достаточно короткое, но информативное. И, конечно, сразу есть такая небольшая новость. Вы знаете, что у нас с вами вышел видеокурс именно по временам в английском языке на нашем международном канале English Professional. В принципе, рекомендую всем посмотреть. Даже у кого начальный уровень Beginner Elementary, там все предельно просто. И самое важное, что в этом видео не просто есть теория, достаточно легкая, доступная, но есть встроенные упражнения. Действительно, есть там много упражнений, и тесты, и выбрать форму, и исправить ошибки. Я думаю, вы все это оцените, и вам это понравится. Так что ссылочка в описании, обязательно посмотрите. Действительно, как учить английские времена? Но честно вам хочу сказать, что у меня с этим были большие проблемы, потому что по какой-то причине в школе я это понять не мог. Действительно, it was very difficult to understand it, almost impossible. Yes, sir, and really, my knowledge was very poor. Мои знания были очень бедные, пока я уже сам не начал, значит, заниматься. Как вообще разобраться в временах? Есть там книги, сайты, учебники, видео, что посоветовать? Но на самом деле, я убежден, что в первую очередь нужен видеоформат, хороший видеоформат. У нас как раз с вами есть плейлист. Называется «Времена в английском языке». Начинает там с самого простого со времени «Present Simple». И далее там «Present Simple» – «Простое настоящее время». Далее «Past Simple», «Future Simple». И по порядочку посмотрите каждое видео. И можете также смотреть общее видео там «Времена в английском языке». О деятельности там час, где-то есть два видео и другие видео. Это все мега полезно. То есть в первую очередь как бы вам нужно посмотреть видеоформат. То есть когда вот вы слышите, это намного эффективнее и видеть, чем просто текст. Ну, по крайней мере, из моей практики я могу вам так сказать, то есть видеоформат, прежде всего. И второе, конечно, нужны какие-то упражнения. Но на самом деле, какая проблема, что вот я видел различные упражнения времена, и честно, мне они очень многие не нравятся. Я смотрю, что это неэффективно, непрофессионально сделано, что это не дает какого-то хорошего результата. И, конечно, даже если есть какие-то хорошие упражнения, например, какие-то англоязычных учебниках, все равно проблема в том, что нужны упражнения на перевод. И достаточно грамотные упражнения, есть много различных тонкостей, подводных камней, и этих упражнений нет. То есть, действительно, в том видео мы с вами обсудили то, что, возможно, нам стоит сделать сайты, приложения по грамматике, по временам, где все это будет отрабатываться. Вот видео у нас есть, значит, если у вас, вы хотите новый формат, чтобы у вас были и видеоупражнения, то обязательно об этом сообщите, и вот на канале English Professional, вы знаете, мы с вами это наконец-то сделали. То есть, на самом деле, достаточно интересно все это слушать. Значит, как слушать? Вот вы включили видео. Называется там, соответственно, English Tenses. Or tenses in English with examples. Значит, времена в английском с примерами. Вот, вы не торопитесь. То есть, можете делать конспект, паузы. Значит, все хорошо. Когда у вас, допустим, память руки работает, это очень эффективно. Далее вы, там, видите упражнение, сделали паузу, сделали его, потом сверили. То есть, самое главное, это не скорость. Многие почему-то пишут, вот мы посмотрели много видео, а мы не можем, как бы, понять какие-то вещи. Да потому что не нужно, недостаточно просто посмотреть. Нужно делать паузы, нужно стараться вникнуть, нужно делать конспект, нужно работать. Если нужно разговорный английский, да, конечно, смотрите наш плейлист по разговорному английскому языку. Но, конечно, обязательно также смотрите, то есть не смотрите, также найдите какого-то собеседника или собеседников. Это надо все также отрабатывать. Делайте упражнения. То есть, ну, нужно с различных сторон подойти к этому вопросу. Да, вы включаете. Значит, первый раз вы смотрите это видео, делаете конспект, паузы, вникаете, возможно, что-то непонятно, какие-то слова, если нет, то не поленитесь, переведите. Потом есть общее повторение, вы можете прослушать второй раз, третий раз, и потом, вообще, в чем польза длинных видео, что вы можете просто включать их как фон и слушать, конечно, доводя до автоматизма. И, конечно, повторяйте именно конспект, который вы сделаете. Вот многие также говорят,
Окей, напиши нам сразу весь текст, и все, мы его посмотрим. Но это так не работает, это неэффективно. Если просто текст, вы не будете вовлечены в процесс. Потому что когда мы с вами все делаем, вы одновременно это слушаете, вначале у вас работает именно, соответственно, аудирование. Здесь подключено у вас аудирование. Вы слышите, вы стараетесь понять, потом вы пишете, повышаете аудирование, потом это еще лучше запоминается, когда проговаривается. Если просто будет текст, совершенно будет другой эффект. Если нужен текст, то рекомендую делать конспект. То есть, на самом деле, с временами не так все сложно, в принципе, достаточно все просто. То также, опять же, смотрите, значит, на нашем канале, соответственно, видео на English Galaxy, времена в английском языке, плейлист, и также на канале English Professional, там есть общий, значит, большой курс про времена, почти что 3 часа, но мега интенсивный, с упражнением рекомендую, оцените. И, конечно, мы с вами также готовим упражнения, упражнения различных планов, не только там выбрать, там ABC на перевод и другого формата, чтобы действительно вот максимально эффективно погрузиться в это обучение, а не просто поверхностно. Ну, конечно, также возникает вопрос, окей, возможно, мы это сделали, как действительно, как совершенствоваться дальше? Посмотрите другие видео, более обзорные видео по грамматике, там 150 английских конструкций, допустим, на нашем втором канале English Professional это 150 grammar structures, so you can have a look at this video or at different playlists, so you know, вы знаете, we have them on this channel, and I really hope that you'll enjoy it. Я действительно надеюсь, что вам это понравится. Но извините за столь много русского, потому что это такое видео, чтобы оно было максимально доступно всем. Оно, например, наиважнейшее в плане построения обучения. А кому нужно очень-очень много английского, у нас на English Professional все только на английском языке. Вот, пожалуйста, по временам чисто 3 часа есть видео. Там есть также 2000 английских слов с примерами. Only English. И, конечно, здесь мы также будем продолжать вести различные форматы, как использовать разговорный в английском. Но прежде всего, you need to know one thing. Вам нужно знать одну вещь, что разговорный в английском мы используем не так много времен. То есть какие-то времена, это времена, соответственно, present simple, простое настоящее время, past simple, простое прошедшее, future simple, будущее время, present continuous, значит, настоящее продолженное время, past continuous, прошедшее продолженное время и present perfect. Все, вот эти времена, если не ошибаюсь, 6 времен, это основа для того, чтобы эффективно говорить. Более сложные времена, конечно, вы изучаете, такие как там, не знаю, а еще present perfect continuous. В принципе, у кого уровень повыше, кто чувствует себя сил, да, также посмотрите, в чем полезно. Там, например, я изучаю английский 2 года, типичная ошибка. So, you know, students often say, студенты часто говорят, I learn English for 2 years. I learned English for 2 years, but it isn't correct. Это неверно. You know, we need to use present perfect continuous. Нам нужно использовать present perfect continuous, because you know one thing. Вы знаете одну вещь. So if we have four, если у нас есть four, so we use this tense. Мы используем это время. Okay, so I have been learning English for 2 years, for 5 years, and how long? How long? So it's also a time marker for present perfect continuous. Значит, how long также это временной указатель present perfect continuous. How long have you been learning English? Как долго вы изучаете английский? So for a year, for 2 years, for 3 years, for 5 years, you know, since school, со времен школы. Okay, so really, it's interesting to know that. Это интересно знать. И, конечно, в разговорной речи, то есть не так надо много, как бы, опять же, использовать времен, и, конечно, вы можете найти также собеседника себе на английском языке, не обязательно, ну, у кого есть возможность, конечно, могут обратиться к преподавателю, к опытному квалифицированному преподавателю, чтобы он мог именно сделать акцент на разговорный английский язык, чтобы он мог именно подправить ошибки, потому что, на самом деле, многие студенты мои говорят, вот мы там занимались где-то, и там 20 уроков взяли, это было ужасно, то есть никакого сдвига нету, никакого прогресса нету. Вот, на самом деле, эффективно, когда занятия строится так, что у человека очень быстро идет прогресс. То есть он с нуля может выйти на уровень сильный intermediate, но очень быстро. Но это 2 месяца, в принципе, от силы, если так вот эффективно заниматься. 2 месяца с нуля до intermediate хорошего можно выйти. Если уровень upper intermediate, это где-то может еще 1 месяц, ну, 2 месяца. Ну, каждый advanced там посложнее, но, в принципе, чуть больше года, год, если интенсивно заниматься, можно выйти. Все, опять же, зависит от грамотного построения обучения. То есть важно даже качество обучения. Вот это тоже очень важный момент.
И, конечно, в разговорной речи вы используете различные времена, но чтобы вам быть более уверенным, вам нужно делать какие-то различные тесты, упражнения. Но опять же, вот я смотрю различные тесты, и там спрашивают про такой-то учебник, такой-то учебник, как тебе? Ну, я не хочу отзываться плохо о каких-то учебниках, но, честно, мне многое очень не нравится, и я думаю, вы поддержите эту идею, если мы сделаем какой-то хороший продукт. Вот, например, на самом деле, есть различные хорошие издательства, там Cambridge, там Macmillan, там Longman и другие, и у многих создается иллюзия. К примеру, вот смотрите, у них есть какая-то книга, ну, в принципе, Cambridge хороший издательство, у них есть хорошие словари, но, например, вот такая у вас есть книга, да, называется English Vocabulary in Use Advanced. Видите, English Vocabulary in Use Advanced. И такая вот мысль была у меня, вот я вот открою эту книгу, соответственно, вот полистаю ее, изучу, и у меня будет уровень Advanced, да, то есть у меня была такая мысль. Но я открыл ее, посмотрел, я понял как бы суть, то есть вообще, что нужно для уровня Advanced, приблизительно какой уровень, но книгу это не стал изучать, потому что она мне не подошла, потому что, ну, на самом деле для Advanced, ну, нужно, я бы занимался бы по-другому, потому что, ну, хорошо, мы там выучили там эти слова, ну и что, но для Advanced все равно это недостаточно. Нужно все равно больше слов, нужно все равно больше фраз, там есть другие как бы тонкости. То есть, опять же, вот если написано advanced, вот на каком-то книге, не думайте, что у вас будет advanced. Опять же, это название. То есть, и самое главное, не надо заниматься через силу. Вы должны заниматься так, именно так, чтобы процесс, значит, был в удовольствии. То есть, вы должны чувствовать прогресс и чтобы вам было легко. Если очень сложно, и вы не чувствуете прогресс, значит, это не ваше, значит, тогда начните с более простого, с более доступного. И на самом деле наш метод очень прост. Просто все гениальное просто. То есть вы именно с простого именно начинаете. И что вам нравилось, что вы вовлекались в процесс обучения, не нужно слишком сложно. Да, возможно, эта книга неплохая, в принципе, можно изучить, но если там у вас уровень, к примеру, intermediate или upper intermediate, такой не очень сильный, то это на самом деле, ну, надо уровень повыше. То есть я бы сказал, что, наверное, уже advanced, чтобы просто эту книгу просмотреть. То есть есть другие методы, другие технологии, вы понимаете? Но, на самом деле, друзья, я очень рад, что мы с вами активно развиваемся, активно растем. So, we're growing very rapidly. Да, видите, опять же, growing is present continuous, we're growing very rapidly. Rapidly означает быстро. То есть многие знают там quickly, быстро или fast, и слово rapidly, rapidly. И быстрый прогресс. Вы знаете, что есть такое устойчивое сочетание rapid progress. So it sounds natural in English. Это действительно звучит естественно по английскому языку. И, конечно, so welcome to our channels English Galaxy and our new star и нашей новой звезде English Professionally, our international channel. So have a look, посмотрите, have a look at different playlists and early hope, я действительно надеюсь, you'll enjoy it. So, you know, that I believe, and actually, I'm a great believer that we need to, you know, learn English with pleasure. Нам нужно изучать английский с удовольствием. So we need two things, yeah. First, yeah, we need to enjoy English. It means to like English, to love English, to be keen on English, to be interested in English, to be fond of English, yeah, to be crazy maybe a bit about English. And the second thing, which is also very important, we need to make progress, yeah, so we need to see the result, yeah, so, and the higher our result is, so the better it is for us. Okay, thanks for attention, so all the links are in the description, so see you, bye.